семена примулы высокой Crescendo Golden высевают сразу в открытый грунт или проращивают рассадным способом. Это чрезвычайно зимостойкий гибрид, который может использоваться как многолетник даже в северных регионах. Лучше всего примула высокая Crescendo Golden чувствует себя в плодородной, хорошо дренированной почве в тени или частичной затененности. Высота взрослого растения достигает до 30 см. Цветение наступает через от 7 до 9 месяцев после высадки на постоянное место. Цветочки среднего размера, окрашены в красивый насыщенный желтый цвет. Примула высокая Golden – это травянистый высотой 30 см. Цветет растение в месяц май, апрель. Окраска цветка желтая.